установление рекорда Гиннесса по барабанному бою Санкт-Петербург, День города 2019 года.
Состоялось, друзья! Друзья, попытка завершена. Ждем вердикта главного судьи. Ведь вы понимаете, что только после того, как он кивнет головой, после того, как он скажет, что факт рекорда совершен, сразу после этого можно будет
громко принять, что мы это сделали. Попытка не просто совершена, она была великолепная. Анна, я волнуюсь, я по-прежнему волнуюсь, поэтому... Я ближе всего сейчас к эпицентру событий. Наш судья и его советники принимают решение. Не вижу никаких дискуссий, скоро кажется, что все... Все конфиксировано, заведение наших светских масок. Поздравляю с Санкт-Петербургом, днём рождения, 316 лет! Как приятно было смотреть на то, как искренне судьи переживают музыкантам. Сидим мы сегодня на тротуарах, здесь, вокруг центральной артерии северной столицы, города-героя Ленинграда, города Санкт-Петербурга. И вместе с Папа Сережей, прошу вас наших сердца сегодня, приедите в Талпа-Грибова, родного города, города-таки мечты, города. Мне кажется, мы сейчас услышали настоящий пульс Петербурга. Кстати, исполненный не только музыкантами из нашего родного города, да, Серёжа? Да, мы хотим поблагодарить всех наших гостей из Новосибирска, из Тулы. Отдельное слово благодарности хочется сказать. Дорогие друзья, все-таки нас вами, насколько мы себе какие-то вопросы, которые возникли по поводу выполнения. Увидела, вы только удалось мне поглядеть протокол, в котором крупными буквами написано «Крещендо Свейк». А снизу как раз в таких протоколах пишу «Браво». Это еще одно, да, итальянское слово, которое я знаю, что означает. «Браво» нужно не писать, «Браво» нужно кричать. Нет, это официальный документ, это не перекорды Духина Саана, конечно, поэтому все должно быть написано. Нас ждет какой-то серьезный. Друзья, вот этому верх протоколу. Друзья, в данном случае мы обязательно дождемся этого вердикта. Мы не можем было так находиться в тишине, в день рождения любимого города, просто ждать этого вердикта. Давайте продолжим праздновать Питер! Друзья, по ту и другую сторону освобождаем центр Невского проспекта, вытягиваемся в одну большую линию вдоль гостиного двора, вдоль массажа, и мы продолжим
Пешеходной части Невского проспекта, пожалуйста, освобождаем центральную.